Отец Мейпл поднялся и скромным мягким голосом отдал повеление своей разбредшейся по часовне пастве собраться и сесть потеснее. «Эй, от левого борта податься вправо, от правого борта влево, в середину, в середину!» Глухо загрохотали в проходах между скамьями тяжелые матросские сапоги. Зашаркали едва слышно башмаки женщин, и вновь воцарилась тишина, и все глаза устремились на проповедника. Мгновение он стоял неподвижно, затем опустился на колени в носовой части своей кафедры, сложил на груди большие смуглые ладони и, устремив взор вверх своих закрытых глаз, начал молиться с таким глубоким благоговением, точно возносил молитву со дна морского. По окончании молитвы, голосом протяжным и торжественным, словно погребальный звон колокола с палубы тонущего в тумане корабля, вот таким голосом начал он читать гимн, постепенно меняя интонации к заключительным строфам, и окончил чтение звучным благовестом восторга и ликования. «Китовых ребер арка надо мной, и тяжкий черный страх согнул мне плечи. Снаружи солнце колыхалось на волнах. Я шел на дно, погибели навстречу. Разверстую я видел ада пасть, там бедствия теснились толпою. Неизречимым мукам не с числа, отчаяние овладевало мною. И в страшный час я к Господу воззвал, достоин ли я был еще молиться, но он склонил свой слух к моей мольбе, и сгинул кит души моей темница. По морю поспешил ко мне Господь, как бы несомый солнечным дельфином, был светел и ужасен Божий лик, подобный молнии на небе синем. Вовеки не устану воспевать тот миг и страх, и радость мне несущий, и тем прославлен будет мой Господь, Бог милосердный, Бог всемогущий». Ему подпевали почти все присутствующие, и гимн ширился, устремляясь в вышину и покрывая завывание бури. Потом ненадолго установилась тишина. Проповедник медленно переворачивал страницы Библии и, наконец, опустив сложенные ладони на открытую книгу, произнес: «Возлюбленные братья-матросы, возьмем последний стих первой главы книги пророка Ионы. И создал Бог большого кита, и повелел ему поглотить Иону». Матросы, это книга, содержащая всего 4 главы, 4 рассказа, лишь тончайшая нить, плетенная в могучий канат Писания. Но каких глубин души достигает глубинный Ионин лот? Как поучителен для нас пример этого пророка? Как прекрасен гимн в чреве рыбы, сколь подобен он валам морским и неистово величав. Мы чувствуем, как хляби вздымаются над нами, вместе с ним погружаемся мы на вязкое дно моря, а вокруг со всех сторон морская трава и зеленый ил. Но каков же тот урок, что преподносит нам книга Ионы? Друзья мои, это сдвоенный урок. Урок всех нам, грешным людям, и урок мне, кормчему Бога живого. Всем нам, грешным людям, это урок потому, что здесь рассказывается о грехе, о закосневевшей душе, о внезапно пробудившемся страхе, скором наказании, о раскаянии, молитве и, наконец, о спасении и радости Ионы. Так же, как и у всех грешников среди людей, грех сына Амафии был в своеравном неподчинении воле Господней,
Неважно сейчас, в чем эта воля заключалась и как была сообщена ему, ибо он нашел, что выполнить ее трудно. Но помните, все, чего ожидает от нас Господь, трудно исполнить. И поэтому он чаще повелевает нами, нежели пытается нас убедить. Если мы повинуемся Богу, мы должны всякий раз ослушаться самих себя. Вот в этом-то неповиновении самим себе и состоит вся трудность повиновения Богу. Но взяв на себя сей грех неповиновения, Иона и дальше надругался над Господом, ибо пытался бежать от него. Он думает, что корабль, построенный людьми, перенесет его в такие страны, где владычествует не Бог, а капитаны земли. Он шныряет у пристани Иоппии и высматривает судно, направляющееся в Фарсис. В этом заключен, надо думать, особый, даже доселе непонятный смысл. По всем расчетам, Фарсис не может быть ничем иным, как теперешним Кадисом. Таково мнение людей-ученых. А где находится Кадис, друзья мои? В Испании? Так далеко от Иоппии, как только мог Иона добраться по морю в те старинные времена, когда воды Атлантики были почти неведомы людям. Потому что Иоппия, собратья мои матросы, это современная Яффа. Она находится на самом восточном берегу Средиземного моря, Сирии. А Фарсис или Кадис расположен на 2000 слишком миль к западу, у выхода из Гибралтарского пролива. Вы видите, матросы, что Иона пытался бежать от Господа на край света. Несчастный, о жалкий и достойный всяческого презрения человек. С виноватым взором в очах скрывается он в шляпе с опущенными полями от самого Бога. Рыщет у причалов, подобный подлому грабителю, торопится пересечь море. У него такой беспокойный, такой самообличающий вид, что существует в те времена полиция, и он за одну лишь подозрительную внешность был бы арестован, не успев ступить на палубу корабля. Ведь очевидно, что он беглый преступник. При нем ни багажа, ни одной шляпной картонки, ни дорожной корзинки или саквояжа, ни друзей, чтобы проводить его до пристани и пожелать счастливого плавания. Но вот, наконец, после долгих опасливых поисков, он находит корабль, направляющийся в Фарсис. Идет, приближаясь к концу погрузка, и когда он сходит на палубу, чтобы переговорить в каюте с капитаном, все матросы прерывают на мгновение работу и говорят между собой, что у этого человека дурной глаз. И он услышит их, но напрасно пытается он придать себе вид спокойный и самоуверенный. Напрасно пробует улыбнуться своей жалкой улыбкой. Моряки бессознательно чувствуют его вину. Обычным своим шутливым и в то же время серьезным тоном они шепчут друг другу: «Говорю тебе, Джек, он ограбил вдовицу!» Или «Видал, Джо? Это двоеженец!» Или «Сдается мне, Гарри, дружище, что он прелюбодей, сбежавший из тюрьмы в старой Гоморре, или, может быть, беглый убийца из Содома!» Один из матросов подбегает к причалу, возле которого отшвартовано судно, и читает наклеенное на свае объявление, которым предлагается 500 золотых монет за поимку отца-убийцы, а ниже имеется описание внешности преступника. Он читает и поглядывает то на Иону, то на бумагу, а его товарищи сгрудились вокруг Ионы и, понимающие, молчат, готовые сразу же схватить его. Устрашившись, дрожит Иона, призывая на помощь всю свою храбрость, чтобы скрыть страх, и только выглядит от этого еще большим трусом. Он не признается себе, что его в чем-то подозревают, ибо это само по себе довольно подозрительно. Вот и стоит он там, покуда матросы не убеждаются, что он не тот человек, о котором говорится в бумаге, и расступаются, пропуская его вниз к капитанской каюте. «Кто там?» – кричит капитан, не поднимая головы над своим столом, за которым он в спешке выправляет бумаги для таможни. «Кто там?»
О, как жестоко! Этот безобидный вопрос ранит душу Ионы. Он уже, кажется, готов повернуться и снова бежать прочь, но потом овладевает собою. Мне нужно добраться на этом судне до Фарсиса. Скоро вы отплываете, сэр. До сих пор капитан, занятый своими бумагами, сидел, не поднимая головы, и не видел Ионы, хоть тот и стоит прямо перед ним. Но при звуках этого глухого голоса он сразу же устремляет на Иону пристальный взгляд. «Мы отплываем с приливом», — медленно отвечает он наконец, все еще внимательно глядя на своего посетителя. «Не скорее, сэр?» «Итак, достаточно скоро для всякого честного пассажира». «Ага, Иона, еще один удар». Но Иона быстро переводит разговор в другое русло. «Я иду с вами», — говорит он. «Вот деньги. Сколько это будет стоить? Я заплачу сейчас». Ибо здесь не за даром нарочито говорится собратья мои матросы, что он отдал плату за проезд еще до того, как корабль отчалил. И в общей ткани рассказа эта подробность полна особого смысла. Капитан этот, друзья мои, был из таких людей, чья проницательность различает всякое преступление, но чья алчность разоблачает лишь преступления неимущих. В этом мире, братья, грех, который может заплатить за проезд, свободно путешествует и не нуждается в паспорте, тогда как добродетель, если она нища, будет задержана у первой же заставы. Капитан решает измерить глубину Ионина кармана, прежде чем высказать о нем свое мнение. Он запрашивает у него тройную цену, и Иона соглашается. Теперь капитан убедился, что Иона беглый преступник, но он все же решает помочь беглецу, златом мастящему себе дорогу. Однако, когда Иона без колебаний вытаскивает свой кошелек, благоразумные подозрения охватывают капитана. Каждую монету он бросает об стол, чтобы проверить, не фальшивая ли она. «Ну, во всяком случае, это не фальшивомонетчик», — говорит он себе и вносит Иону в список пассажиров. «Укажите мне мою каюту, сэр», — обращается тогда к нему Иона. «Я устал, добираясь сюда, и нуждаюсь в отдыхе». «По тебе и видно», — замечает капитан. «Вот твоя каюта». Иона входит в каюту и поворачивается, чтобы запереть дверь, но в замке нет ключа. А капитан, слыша, как он там бестолку возится с дверью, смеется тихонько и бормочет себе под нос что-то относительно тюремных камер, которые не разрешается запирать изнутри. Иона, прямо как был в одежде и покрытой пылью, валится на койку и видит, что потолок в этой маленькой каюте чуть ли не касается его лба. Воздух здесь спёртый, Ионе трудно дышать. Уже теперь в этой тесной норе, расположенной ниже ватерлинии, испытывает Иона вещие предчувствия того удушливого часа, когда кит заключит его в самой тесной темнице своего чрева. Слегка покачивается привинченная к переборке висячая лампа, под тяжестью последних тюков судно накренилось в сторону причала. И лампа вместе с язычком пламени висит теперь немного косо по отношению к самой каюте. Хотя в действительности безукоризненно прямая, она лишь делала очевидной всю обманчивость и лживость тех уровней, среди которых она покачивалась. Лампа тревожит, пугает Иону. Лежа у себя на койке, он усталыми глазами обводит каюту, глазами, и ни на чем отдохнуть беспокойному взору у этого доселе удачливого беглеца. А двусмыслие лампы внушает ему все больший страх. Все перекошено. Пол, потолок, переборки. «Вот так же и совесть моя висит во мне», — стонет он. Прямо вверх устремлено ее жгучее пламя, но искривлены все пределы моей души. Как человек, который после пьяного ночного пиршества
торопится к своему ложу, хоть голова у него еще кружится, а уже укоры совести начинают запускать в душу стальные крючья, вроде тех шипов на упряжи римского скакуна, что тем глубже впиваются ему в грудь, чем сильнее рвется он вперед. Подобно этому человеку, который в мучительной дурноте мечется у себя на постели, моля Бога, чтобы он даровал ему небытие, покуда длится это жалкое состояние. И, наконец, среди водоворота мук чувствует, как его охватывает глубокое оцепенение, подобное тому, в какое погружается умирающий от потери крови, ибо больная совесть — это та же рана, и ничем нельзя унять кровотечение. Вот так и Иона, проведя на своей койке долгие, мучительные, беспокойные часы, наконец, под тяжестью чудодейственного страдания, погружается в зеленые глубины сна. Но вот наступило время прилива. Подданы швартовы, и от безлюдной пристани, словно кренясь, отваливает судно и уходит в море, взяв курс на Фарсис. Это был первый в истории контрабандистский корабль, друзья мои. И контрабандой был Иона. Но море восстает, оно не желает нести неправедный груз. Разразился ужасный шторм, он грозит разнести корабль в щепы. Но теперь, когда боцман зовет всех наверх, когда с гулом летят за борт ящики, тюки и кувшины, подвой ветра и людские вопли, подробный топот ног, от которого ходуном ходит дощатая палуба прямо у него над головой, среди всего этого неистового рока Иона спит своим страшным сном. Он не видит черного неба и бушующего моря, не чувствует, как рассаживаются шпангоуты, и не чует, не ведает, что уж теперь издалека, растекая волны, мчится за ним вдогонку, разинув пасть, огромный кит. Ибо Иона, братья мои матросы, спустился во внутренность корабля, улегся на койку в своей каюте и спит теперь крепким сном. Но перепуганный шкипер подходит к нему и кричит ему прямо в сонное ухо: «Ты что спишь, безумный? Вставай!» Пробудившись от этого отчаянного вопля, Иона опускается на ноги, спотыкаясь и теряя равновесие. Выбирается на палубу и, уцепившись за канат, глядит на море. Но в этот самый миг огромная волна, подобно пантере, бросается на него из-за борта. Вал за валом обрушиваются на корабль, и вода, не находя стока, с ревом мчится на корму и на нос. И вот уже моряки тонут, хоть корабль еще держится на воде. И всякий раз, как бледная луна показывает свой испуганный лик в глубоких промоинах среди бурного мрака на небе, объятый ужасом видит Иона, как вздымается бушприт корабля, чтобы тут же снова нырнуть вниз, навстречу беснующемуся водному лону. С воплями теснятся страхи в его душе. Как не жмется, как не прячется он, бегущий от Господа, он теперь отмечен для всех взоров. Матросы замечают его, утверждаются в подозрениях, и, наконец, только за тем, чтобы удостовериться в истине, прибегнув к суду небес, решают они бросить жребий и узнать, кого ради постигла их великая буря. И пал жребий на Иону. Убедившись в этом, с какой яростью забрасывают они его вопросами: «Чем занимаешься ты? Откуда идешь? Где твоя страна? Из какого ты народа?» Но вы заметьте, матросы, как себя держит теперь Иона. Возбужденные моряки спрашивают его всего лишь, кто он и откуда, но получают они не только ответ на свои вопросы, но также и другой ответ на вопрос, не заданный ими, неожиданный ответ, исторгнутый из Иониной груди твердой десницею Бога. «Я еврей!» — кричит он, а потом добавляет: «Я чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». «Ты чтишь его, Иона? Надлежит тебе ныне трепетать перед ним». И Иона тут же, не сходя с места, признается во всем. И, выслушав его рассказ, люди испытывают великий страх, но все же они жалеют его.
И когда Иона не решаясь еще молить Господа о милосердии, ибо ему слишком хорошо известна вся глубина собственных прегрешений, когда несчастный Иона кричит им, чтобы они взяли его и бросили в море, ведь он знал, что это его ради постигла их великая буря. Они в жалости отворачиваются от него и пытаются спасти корабль иными способами. Но усилия тщетны, все оглушительный вой негодующего шторма. И тогда, воздев призывно одну руку к небесам, другую они, сами не желая того, все же наложили на Иону. Глядите, вот Иону поднимают, словно якорь, и бросают в море. И тотчас же спокойствие маслом растекается по волнам с востока, и утихает море от ярости своей. И буря вместе с Ионой остается далеко за кормой, и гладкие волны окружают корабль. Иона идет ко дну среди такого дикого, беспорядочного водоворота и бурлящего смятения, что он и не замечает даже, как попадает поджидающую его разинутую пасть. Кит захлопывают челюсти, лязгнув белыми зубами, словно бесчисленными засовами на дверях темницы. И тогда Иона помолился Господу Богу своему из чрева кита. Но обратите внимание на его молитву и усвойте важный урок. Как ни грешен Иона, он не вопит и не молит об освобождении. Он чувствует, что ужасное наказание справедливо. Освобождение себе он полностью предоставляет на волю Божию, довольствуясь сам лишь тем, что наперекор всем тяготам и мукам устремляет свой взор ко святому храму его. А это, собратья мои матросы, и есть истинное и подлинное раскаяние, не требующее прощения, но благодарное за наказание. И сколь приятно это было Богу в Ионе, показывает его последующее освобождение и спасение от моря и от кита. Братья, я не ставлю в пример Иону, чтобы вы подражали ему в его грехе, но я ставлю его в пример как образец раскаяния. Не грешите, но, совершив грех, непременно покайтесь в нем, подобно Ионе. Так говорил проповедник, а доносившиеся снаружи пронзительные завывания яростной метели, казалось, придавали еще больше сил его словам. И когда он описывал шторм на море, то чудилось, будто бы самого его охватил бушующий шторм. Его широкая грудь вздымалась, словно от мертвой зыби. Раскинутые руки казались двумя бурющимися стихиями. Раскаты грома вырывались из-под темного чела, а взгляд метал молнии. И все это заставляло простосердечных слушателей взирать на него с непривычным им чувством страха и почтения. Но теперь наступило затишье. Снова он молча принялся листать страницы священной книги, а затем, закрыв глаза, мгновение стоял неподвижно в обращении с Богом и самим собой. Потом он снова наклонился вперед к своей пастве и, все ниже и ниже опуская голову, с видом глубочайшего и мужественнейшего смирения произнес такие слова. «Собратья мои матросы, одну лишь длань наложил на нас Бог, обеими дланями Он давит на меня. При тусклом свете, отпущенном мне, я прочел вам урок, которому учит Иона всех грешников, и стало быть, вас, а еще больше меня. Ибо я больший грешник, чем вы. С какой радостью спустился бы я сейчас с этой мачты и уселся бы на палубе, где вы сидите, и стал бы слушать, как слушаете меня, чтобы кто-нибудь из вас читал мне этот второй, еще более страшный урок, которому Иона учит меня, кормчего Бога живого. Как будучи помазанным кормчим пророком, прорицателем истины, Иона, получив приказание от Господа возвестить неприятные истины, погрявшей возле Ниневии, но устрашившись возбудить вражду жителей этого города, бежал
от возложенного на него Богом и пытался укрыться от долга своего и от Господа, зайдя на корабль в Иопии. Но Бог повсюду, и до Фарсиса Иона так и не добрался. Вы помните? По образе кита Бог настиг его и поглотил, ввергнув в кипящую бездну погибели, и, быстро погружаясь, повлек с собой в сердце моря, где бурлящие водовороты утянули его в тысячемильную глубину, и морскую травою была овита его голова, и весь текучий мир скорби катился над ним. Но и оттуда, из бездны, недоступной Лоту, из чрева преисподней, когда уже кит погрузился на самое дно океана, и оттуда услышал Бог голос раскаявшегося в пучине пророка. И тогда Господь сказал киту, и из содрогающегося хладного морского мрака кит устремился навстречу теплому, ласковому солнцу, навсегда всем чудесам воздуха и земли, и изверг Иону на сушу. Тогда слово Господне прозвучало опять, и Иона, израненный, избитый, но все еще слыша в ушах своих словно двух морских раковинах многоголосый рокот океана. Иона исполнил повеление всемогущего. Каково же это было повеление, братья? Возвещать истину перед лицом лжи. Вот, друзья мои, в чем и состоит второй урок. И горе тому кормчему Бога живого, который пренебрежет им. Горе тому, кого отвлекает этот мир от божественного долга. Горе тому, кто льет масло на волны, когда Бог повелел быть буре. Горе тому, кто стремится льстить, а не устрашать. Горе тому, кому доброе имя дороже добродетели. Горе тому, кто сторонник бесчестия в этом мире. Горе тому, кто оступится от истины, даже если во лжи спасение. Да, горе тому, кто, как говорил великий кормчий Павел, проповедуя другим, сам остается недостойным. Он поник и на мгновение как бы забылся, потом, снова подняв к нам лицом, озаренный теперь глубокой радостью, воскликнул в божественном вдохновении. «О, братья мои матросы! Справа по борту, рядом со всяким горем, движется неизменная благодать, и вершина этой благодати уходит дальше ввысь, чем уходит вниз глубина горя. Подобно тому, как высота грот мачты превосходит глубину кельсона. Благодать устремлена высоко вверх и глубоко вовнутрь, благодать тому, кто против гордых богов и владык этой земли, непреклонный, ставит всегда самого себя. Благодать тому, чьи сильные руки еще поддерживают его, когда корабль этого предательского подлого мира идет ко дну у него под ногами. Благодать тому, кто не поступится крупицей правды, но будет разить, сжечь, сокрушать грех, даже сокрытый под мантиями сенаторов и судей. Благодать, высокая, как Брамсель. Благодать тому, кто не признает ни закона, ни господина, кроме Господа своего Бога, и у кого одно отечество – небеса. Благодать тому, кого все волны неистового океана толпы не смогут смыть с этого надежного корабля столетий. Вечная благодать и радость – удел того, кто сможет сказать, испуская последнее дыхание, «Отец мой». Знакомый мне более всего своими ударами, смертный или бессмертный, вот я умираю. Я стремился принадлежать себе скорее, нежели этому миру или себе самому. Но сие все не важно. Я оставляю себе вечность, ибо что есть человек, чтобы пережить ему своего Бога? Больше он ничего не сказал, но медленным жестом благословил сидевших, закрыл ладонями лицо и так стоял коленопреклонный, покуда все не разошлись, оставив его в одиночестве.